Чесал? Да. Надеюсь, попа не будет болеть. Будет. Славянские девочки такие волосы? Как они живут с такими тонкими волосами? Да, я ругаюсь. Что будем делать? А, хочу здесь красить корни и наращивать. Тут это надо долго сидеть? 8 часов. 8 часов? Может, слегка хайлайт? Слегка. Хорошо. Если волосы тонкие и такие рваные, длинные, тогда времени меньше. У меня густые для вас. Клиенты обычно 8 часов сидят? Это среднее время, 8 часов. Среднее? Да, бывает 12-14 часов. Просто в Корее с наращиванием волос и покраснение всего 3 часа. Надеюсь, попа не будет болеть. Вы можете вставать, не обязательно сидеть, можешь вставать, ходить. Гулять. Да. Какой цвет? Перламутровый. Перламутровый. Что это значит? Перламутровый. Я сейчас все подготовлю, вы пока посидите. Хорошо. Для окрашения мастер смешивала разные ингредиенты. Хлеб пекать. Будем волосы печь. Вы это купили? Заказываем. Вот мы Велла и Шварцко. Хорошо. Так, начинаем. Она брала очень маленькое количество волос и начала пекать волосы. Шутка, а мне интересно было, как она красит, потому что это немножко отличается от Кореи. Вот она будто каждые волосы тужит и красится еще фольгой, очень внимательно, тщательно сделала. Когда я в Корее красила, все равно чувствовала боль. Ну, в этот раз, хотя это окрашение, вообще не чувствовала боль. Я сидела достаточно долго, но мы разговаривали, поболтали. Кажется, время прошло очень быстро. До сих пор интересно, какие легкие, тонкие, мягкие волосы. Прямо как кукла. Тонкие, потому что чтобы волосы тяжелые не были. И свой волос, чтобы не рвать. Да, у меня, когда делаю, я скорее наращиваю, очень голова болит. А вы такая красивая в кого? В папу или в маму? Такая хорошенькая вы? Спасибо. Это правда, как блинный делать на волос. Сказали ждать где-то 10-15 минут. Кстати, в Казахстане многие спрашивали, что это такое. А красное – это зарядка. Каждый раз, когда в салоне моют волосы, очень приятно. Вот так макушка хорошо получилась. Откроем каждые волосы. Надо подождать, да? Да. Сколько минут? Минут 10. Окей. Так. Вам нужно будет приехать. Ага. И нужно снять, закапсулировать. Посмотрим, как получилось. Честно, чуть-чуть хочется спать. Кореянки не умеют сидеть на одном месте долго. Где-то за 2 часа сделали, потом готова наращивать волосы. Хорошо. Вот это кератин. Мчики, так выглядит. Кератин, это вы все сама сделали? Да, сама. Вот она делает. Это все ручная работа, да? Да, как они живут с такими тонкими волосами?
Очень тонкие. Питаю, потому что можно легко красить. Красить? Да. Можно. В сравнении с моими волосами тоже очень тонкие. Очень тонкие. Это приятно. Вот в первый раз попробуем наращивание с кератином и со славянскими волосами. Когда в Корее завязываем, они же вот так подтягивают, поэтому больно, но вот это... Интересно. Вот так очень потихоньку, да? Из-за этого много времени. Я понимаю сейчас. Вообще здесь не больно. Даже не чувствуется. Мы много наращиваем, да? Чем обычные клиенты. Волос много, волос быстрее. Намного больше это наращивает. 40-50 сантиметров. Нет, 40 и 50. Будем вот так лесенку делать. Я поняла. 40 сантиметров и 50 сантиметров. Да. Красивый объем. Уже вот столько капсулировали. Внутри волос вот так выглядит. Я один раз делала в Москве крашение, портила мои волосы. Слишком долго оставила опеливание. Когда вы заказали? Раз во время процедуры в салоне кушаю. Это так необычно. Навсегда так. Да, потому что долго. Да. Приятного аппетита. Ужин. Все, поужинали хорошо и продолжаем наращивать волосы. Я живая. Вот уже вот столько наращивали волосы. Это все ручная работа. Взять кератин, приклеить, потом капсулировать. Да, это сложно. Да, я буду делать наращивание волос. Как вам, какие ощущения нравятся? Вообще не больно. В Корее наращиваем с китайскими волосами. Да. Когда я наращивала с корейскими волосами, шея вот так получается. Ну вот это вообще. А, здесь другой цвет, да? Да. Вам не тяжело? Мне? Да. Я работаю. Ну тяжело же. 8 часов. И так 10 часов делать, руки болят, глаза болят. Нормально? Нормально. Здесь более яркий цвет. Смешиваем. Наверное, Юн будет в щеке. Я не сказала, как я буду делать. Да? Однажды я просто стригла и приехала домой, и он был в щеке. Как-то не мои волосы, текстура отличается. Вау, славянские девушки такие волосы? Да, мягкие. Прямо вот такие? Сейчас уже 7 часов вечером. Уже 7:30, вау! За 3 месяца может 10-15 штук выпасть. Это нормально. А сколько часов был максимум дома? Максимум? Да. Максимум делали 14 часов. Клиент сидела 14 часов. Да. И что она делала? Просто сидела, фильм смотрела. А какую процедуру она сделала? Осветление, окрашивание и наращивание. Это 14 часов. Да. Уже спать хочется, глаза закрываются. Давно в Корее? Нет. Да. 3 года. О, чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Для меня как будто уже... Она же рассказывает, что ругается. Да, я ругаюсь. Вообще, я так много разговаривала, вообще спать не захотела. Почти все мастер в конце постригла волосы. Хорошо. Как на русском? Спасибо!
Что это такое? Это такие легкие, приятные, мягкие. Мне очень нравится. Да-дам, скажите, пожалуйста, как получилось волосы? Я пуч머리 한 것 중에 제일 잘했다. 나 깜짝 놀랐어. 내가 생각했던 것보다 기대 이상이야, 진짜로. 진짜로? 몇 점 줄 거야? 10점. 제일 잘했어. 아, 진짜 잘했어. 나 깜짝 놀랐어. 왜 너무 아니, 머리결도 그렇고 그 웨이브가 엄청 자연스러워. 아, 진짜? 이제까지 했던 것 중에 솔직히 지금까지 했던 것 중에는 탑. 진짜로. 진짜? 아, 진짜로.